Здравствуйте, зрители, подписчики моего канала. Мы на канале Сборная Солянка. Машенька, Машуня, Черняк. Сегодня уже потеплело. Ну как потеплело? Дождливо, мокро, но потеплело. Будем надеяться, что все-таки наступит в Москве поди лето. Вот, мы очень-очень этого хотим. Ну что, заходите на мой канал, смотрите мои видео от начала до конца. Канал называется «Сборная Солянка». Машенька, Машуня, Черняк. Ай, ехали. Мы в парке Музеон. Здесь, оказывается, белочки живут. Я посмотрела, смотрю, женщина кого-то кормит, подкармливает. Увидела, это белочки. Смотрите, как они прыгают вверх, вниз, рыженькие такие. Она их подкармливает орешками. Из рук кушает. А я молча, тихо подхожу. Не озвучиваю, это я озвучка за кадром, чтобы этот не испугать ее, не испугать. Вот она возьмет у нее, видите, на задних лапках как стоит, просит орешки. Вот берет орешек и бежит, зарывает, оказывается, в землю, спряталась с другой стороны. Я быстро не стала подходить, дабы не испугать ее. Вот опять она рядышком. Вот на дерево прыг-прыг-скок. И зря говорят, крутишься, как белка в колесе. Вот-вот-вот распушила, как хвост. А там вторая, кстати, маленькая бегает. Вот закопала. Коточками. А потом они вообще не находят потом всех орешков. Не забывают, куда они закапывают. Как можно из-под снега? Снега бывает до метра. Как они там из-под снега их находят? А вот наверху сидит. Я тихонечко, смотри, какая рыжая, какой хвостик красивенький у нее. И я тихонечко подхожу. Она даже не... Тихо. Она даже не реагирует. Вот представляете, а впереди женщина ее, да, вот смотрит тоже на нее. И целуется тоже. Птицы, рыбы, звери, души людям смотрят. Вы их пожалейте, люди. Не убивайте зря, ведь небо без птиц не небо, а море Пена. Без рыб не море, а земля без зверей не земля. Что маленькая? Не земля. Отогнала маленькую. Это, по-моему, детеныш их, потому что маленькая очень белочка. Вот хвостик как. Видите, как хвостик, то ли это охраняет, то ли настораживается. Вот они вдвоем по дереву. Ой, как интересно. Вообще, я думала, они цвета такого бурого, как дерево, как кора дерева. А они рыженькие, как лисичка. Вот рыженькие. Вот закопала орешек, закопала. И хвостик как распушила. Вот опять клянчит. Сейчас опять побегает. Видите, опять ей дали. Куда? Опять бежит куда-то закопать. Или съест. Орешки фундук им дают. Вот опять. Ой, какая красавица! Ой, ты какая, это маленькая. Вот это, смотрите.
прыгнет и смотрит на меня. Прыгнет и смотрит на меня. Это, наверное, просит орешки. А очень трудно, когда снимаешь и кормить одновременно, очень-очень тяжело, потому что они, ты не знаешь, куда. Вот так вот, ладошку открой и руку притяни. На, девочка, на тебе. Девочка, на тебе. На тебе, девочка. Наклонись. Ну, она уже орешек нашла, не будет она тебе просить. Вот так, держи. Вот молодец. Дай ей семечку, дай, орешку дай. Орешку, да? Ну с орешком она убежит. Она возьмет и убежит. На, белочка, я же говорю, вон она. Пока она не догрызет, не придет. Белочка! Белочка! Как она красиво позирует вам. Прям это, класс. Как постановочная. Продолжаем бегать. Видите, какое солнышко, как они рыженькие какие. Вот прыг. Закопала. Отдела орешек и закопала. Вот она сейчас будет брать. Я пытаюсь кормить. Ну, тут же плохо из кадра. Я не могу камеру навести. Куда она побежит? Не могу угадать, очень трудно. То ли вправо, то ли влево, то ли вверх по дереву. Поэтому я прекратила кормить. Я вначале попробовала покормить и снимать одновременно. Но очень сложно. Они бегают, крутятся, вертятся. Не уследишь за ними. Наверх на дерево залезла. И за ветками не видать. Вот рыженькая. Вот поймали мы ее. Поймали. А там они, наверное, тоже прячут орешки. Наверное, в коре где-то прячут тоже орешки. Я так думаю. Там же углубления очень много. Вот покормили. И сейчас вот там бежит. Зарывать. Вот зарывать. Я вначале не поняла, ну что она там делает? Она, оказывается, прячет. Ага, спрятала и еще бежит, просит. Вот еще и дайте. Вот еще дали. Еще бежит, прячет. Зароет сейчас. Орешек. И дальше будет прыгать. Я поражаюсь. Вот как они, у них обоняние, что ли, так хорошо развод. Вот. Кажик, как их здесь можно найти? Вот я не понимаю. Их тоже надо под. Это же не. Они же питаются не только тем, что народ им принесет. А их, видимо, подкармливают. Фундук он не дешевенький. Так, чтобы их кормить фундуком постоянно. Ну, хорошенькие, то ты ж мои какие миленькие. Ой, солнышко. Ой, как красиво на солнышке. Она бегает. Как красиво. Это же значит сливание в мире животных. Вот сливание с природой, да? Вот, хвостик. Тик. Вот, а это домик, где... Они же там мне показали, где они живут. Видите, какой домик, как скворечник. Я никогда не подумала. Я думала, что это скворечник. Но мне сказали, это домик, где живут белки. Чудо, да? Thank you.
тишина. Сказочные цветы. Любуешься, идешь, отдыхаешь, душа отдыхает. Посмотрите, какие красивые деревья. Какие плоды, как они радуют нас. Спасибо Господу Богу, что создал природу. Создал такие цветы, но это создали селекционеры. Вот. А что, посмотрели от начала до конца мое видео? Заходите на мой канал, подписывайтесь, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, нажимайте на колокольчик. Я вас очень-очень жду в гости на своем канале. Канал называется «Сборная солянка». Машенька, Машуня, Черняк. Пока-пока. Спасибо за просмотры. С вами Мария.